Всем привет, ребята! В общем-то, творится какой-то трэш. Недавно только что вот нам позвонил Витя, сказал то, что он уже подходит. Чтобы вы понимали, прошло ну, буквально 10-15. Уже насколько темно на улице, уже вон закат. Ребят, ну посмотри, с телефона видно, будто еще светло. Ну это такое уже темнее, да. На самом деле уже... Тихо-тихо, стой! Да. Пропала Аня, только все нормально. Пропала Аня и Паш. Подожди, стой, Витя. Стой, тихо, я тебе рассказываю, ой. Поздравляю, мы снимаем, короче, мы все засняли. Заброшку. То есть нас ребята учителя просили, чтобы мы засняли видео опять заброшки. Так, мы раньше такие видосы снимали. В итоге мы пришли сегодня на заброшку. Приходим, бац, Аня пропала. Потом, Дима, мы идем. Вы знаете, что вообще происходит на этой заброшке? Что? Я живу здесь недалеко, просто я знаю, что здесь... Ну да, вот там. Да, здесь живет вот маньяк-убийца, которому нужны только дети. Это просто капец. Вы что вы ввязались? Зачем вы сюда вообще пришли? Ну, мы просто сейчас были раньше. Зачем вы сюда пришли? Вы не нормально. Ну, мы просто прогуляться. Зачем вы сюда пришли? Аню, зачем вы сюда вытянули? Так, еще и Паша, еще и Подаша. Все, пошлите, тихо, ведь мы пошлите еще раз, все, вместе обойдем, пошлите. Паша, не Аня, не Паша, Паша, пошли мне. Пошлите еще раз, просто все. Еще обойдем полностью, все, надо просто еще раз все. Выходи! Вить, я видел этого маньяка, там мужик, я не знаю, как 25 тебя, огромный мужик. Мне все равно, кто это, мужик, не мужик. Здесь вы видите? Подожди, стой, я фонарик, почему же плохо видно? Потому что уже реально стемнело, вот фонарик, ой, засветил. Блин. Да лучше твой муж, а мне плохо видно. Что ты делаешь? Подожди, стой, стой, подожди, стой. Может тут? Со мной не могли бы уйти ради подписчиков, а не сидела. Триндец, блин, что теперь делать? Просто, блин. Подожди, ну все нормально, может сейчас все решится, успокойся. Кто решит? Пошлите вниз, на первый этаж. Только тихо. Там? Не-не-не, это было там, тут никуда не надо. Иди. Офигеть. Где он прячется? Я не знаю. Как все было вообще? Расскажи. Смотри, короче, я тебе объясняю. Ну? Мы пришли сюда. Мы... Слышали? Да. Тихо, хуйня. Пошлите наверх, наверх. Короче, ребят, там были сотрудники, мы просто не хотим палиться. И мы тихо ушли отсюда. Короче, смотри. Говорит, там цель, да. Могут нас да. Короче, я вам рассказываю. Я тебе рассказываю, мы когда... Вы идиоты, полные идиоты. Да все нормально, успокойся, мы сейчас найдем. Подожди, стой. Нет, там нельзя снимать. Короче, застеми меня. Ладно, ведь смотри, я тебе объясняю, в чем фигня. Мы когда пришли, сначала пропала Аня, но мы не видели, как она пропала. Потом я нашел Аню, она пропала. Была связанная. Как она была связана, вот так вот. Я его убью. Убью. Вить, спокойно, все, успокойся. Я тебе объясняю, это не так далеко, как ты представляешь. Он может быть вооружен или что-то, я не знаю. Все равно, я злой. Держи. Вить, ну все нормально, успокойся. Сейчас надо просто подумать, что нам надо делать. Я не знаю, что мне делать. Я первый раз в такой ситуации. Я не знаю, что делать. Знаешь, какие слухи по него ходили? Это просто капец. Я не знаю, что делать. А что ходило? Что вообще просило? Что он говорит? Что говорит? Я даже не хочу такое на камеру просто говорить. Там жестко, если как я понял. Очень. Я устал. Блядь, моя Анечка. Блин. Короче, происходит какой-то пипец. Мы не знаем, что делать нам. Надо что-то. Осторожно, осторожно. Нам самое главное надо держаться вместе. Вот Паша. Дима, это всегда как.
Короче, это ты всегда так делаешь. Это ты просто людей, вот невинных людей, как моя Анечка, просто в какую-то жопу, блин, посылаешь. А потом... Да при чем тут я? Ты как всегда сухой из воды выходишь, Дима. Как всегда. Так нас подписчики просили. Все, тихо, не будем ссориться. Не будем ссориться, пошли. Это мне больше не друг. Так успокойся, что ты из-за не готов нашу дружбу порвать? Ты прикалываешься? Знаешь, у кого она в руках? Что мы в этом не виноваты. Аня сама осталась почему-то сзади, в то же время, когда она могла просто пойти вперед. Хорошо. Аня сама виновата. Все, я успокоился. Давайте думать давайте. Пошлите на второй, вот туда заберемся. Может, тут такое синее сечка? Уже темнее. Что делать? Где? Да наверх пошли, ну его в пень вниз идти. Подожди, Вить, ну давайте подумаем, что... Тихо, стой, подожди, что-то пришло. Это мне? Нет, это мне, это мама что написала. На, подержи. Уже я не знаю, что делать. Чтоб вы понимали, уже 19:37. Чего? Что такое? Чтобы бабло было... Чтобы бабло было через неделю под сейфом на втором этаже. Только тогда вы увидите своих друзей, неизвестных. В смысле? Офигеть. Вот это понимать сейчас? Не, ребят, это капец. Стой, подожди. Стой. Неизвестный, вот. Чтобы... 19:37, сейчас 19:38. Секунду, чтобы бабло было через неделю под сейфом на втором этаже. Только тогда вы видите своих друзей. Ребят, у меня руки трусятся, извините, если я криво снимаю. Давай снимай. Я не могу снимать просто. Ну давайте что-то думать, где мы будем брать деньги. Сколько вообще? У меня есть $300. Я себе на iPhone собираю. Я не знаю, сколько у меня будет денег. У меня еще... Я не говорю, мне кажется, надо максимальную сумму, не написал сколько. У меня есть $300 и... Мне надо все, просто все свои деньги. И... Подожди, и сколько? И 7 тысяч у меня есть гривен. Я свой фонд за них отдам, мне все равно, просто, блин. И 7 тысяч гривен я отдам. Я не знаю, сколько у меня денег есть, я посмотрю. Но я думаю, может быть... Так $1000 сможем собрать хотя бы? Ну, я думаю, штуку мы соберем. Хотя под силы. Не знаю, я попрошу у родителей. Ну, я не знаю, ну, прикиньте, ну, где мы найдем такую... А какая разница, мы найдем эти деньги, хорошо. Что будет, если, может быть, нам обратиться лучше в полицию? Да в какую полицию, если он их убьет? Знаешь, что он с ними сделает? Его до сих пор не могут словить. А ты думаешь, какие-то полицейские словят? Да нифига подобного. Подожди, стой, ну, $1000, я думаю, ему достаточно за по 500 от друга, ну, вообще я бы отдал все за друзей. Все, деньги, ну, все равно. Самое главное найти Витю, ой, найти самое главное... Аню и Пашу, вот это уже самое главное. Заплетается. Вообще реально, это. Посмотрите, как стемнело вообще уже. Уже даже. Не, фонари. А, вот даже фонари вон дальше есть. У меня руки У меня тоже руки очень трусятся. Приезд просто. Ну я не знаю, ну что будем делать? Пошли за деньгами тогда. Идем за деньгами. Я не знаю. Идемте сразу ко мне, домой посмотрим, сколько у меня денег потом. Тихо, услышали? Короче, ребят, валим. Подожди, пошли. Посмотрим, может там. Мы все переночем, он же потребовал завтра. Я Аню здесь не брошу. Он написал чек. Ну подержи. Засними меня. Подержи. Стой. Ну написал, чтобы было через неделю. То есть сейчас они... Он где-то 100% держит. Но не тут, потому что мы обошли все. Значит, он куда-то увез. Помнишь, стоял большой черный бус, когда люди садились? Да. Нет, подожди, стой, подожди. Я заходил, я заходил, я же говорю, я заходил, я видел этот черный бус. Когда ты пришел, он как раз уехал. Я же говорю, да, я видел. Значит, он их... Может, это было... Слышишь? Нет, я еще звуки слышал. Я смотрю, как ты странно трусишься, этот бусик. У меня просто офигеть. Такие эти смысли. Вообще, ребята, предлагаю, значит... Короче, идемте за деньгами, их тут по-любому уже нет. И тогда ждите обязательно следующее наше видео, потому что все странно творится. Возьми фонарик. Творится реально какой-то бред, я не понимаю, что за фигня вообще. Мы вас очень сильно все любим, опять же, еще раз повторюсь,
Пожалуйста, поддержите нас лайком. Потому что, видите, мы для друзей просто даем все. Во-первых, ради вас мы снимаем в заброшках, потому что этого хотите вы. Мы снимаем ради вас и жертвуем очень многим. Поэтому мы вас очень ценим. Ребят, ставьте, короче, лайки, поддержите нас в комментариях. Да, все, всех любим. Пока. Наконец-то.